Nu, papasakau, kur atvažiavom. Į Kretingalį atvažiavom. O ko čia atvažiavom? Man čia labai patinka, čia yra bažnyčia senovinė. Na. Parkeliai, žodžiu, autentiškas kaimelis. Kudra, ai, priechali vosli našo gorda, tako Kretingalį jės punkt. Kokudra. Labai populiari. Ola. Вечная память павшим советским воинам. Вот такой памятник есть в Кретингале. Ну как не памятник? Ну, черт. Вот такая вот аллея находится. Герой Советского Союза, лейтенант Башенко Александр Петрович. Мемориал восстановлен на средства Российской Федерации посольством России в Литве в 2002 году. Первый раз в жизни подошли с другой стороны. Не было бы камеры, так бы всю жизнь и не были бы в этом месте. Так, Кукудру показали, в парк сейчас пойдем. Данис Ленис и Пил Капис тоже. Трактор прикольный какой. Аллея из каштанов. А что, каштаны? Нет. Очень, очень красивое место. Мы сейчас идем по такой дорожке с горки. Вон холодильник несет маманя. Вон там вдалеке мост старинный. А вот сам парк зашли. Он так и называется. Паркас. Вот у них первая инсталляция на площадке. Металлические голубки. Там вдалеке, скорее всего, карьер. Тут летом иногда на четырехколесных мотоциклах ездят туда-сюда. А вот он и едет один. Вдалеке. Интересные цветочки. Чуть попозже расскажу, зачем мы сюда пришли. Как тут хорошо, птички поют, тепло, ветра нету. Так, это что? Вот такая верандочка. Там есть бангал внизу.
Пойду дальше. Другая инсталляция. Мяйлис Паштас. Любовная почта, но кто-то крышку сломал и он шишку кинул. Посмотрим вид отсюда. На веранду. Иду дальше. Тут чем-то душистым пахнет, какими-то цветами, но я не вижу чем. Вот еще одна инсталляция. Ключ. И два сердца. Такой же вид отсюда. Еще одна беседка. Там дальше какой-то стул вижу. И надо посмотреть, что там такое. Подойдем поближе к этой шашлычнице. Столик такой оригинальный в виде... Рука что-то держит, но пальцы похожи на вилку. Ну и последняя инсталляция. Там дальше другой карьер. И тоже что-то там. Там парк какой-то тоже. Но мы туда не пойдем, там ничего интересного.